Экологическая акция «Елки в деле» во второй раз стартовала на Камчатке. Она направлена на сбор и переработку живых новогодних елок, с которыми жители уже готовы расстаться. Так, в Петропавловске установлено 5 специальных контейнеров. На площади Труда, по улицам Тушканова 3, Абеля 17, Ларина 12/1, а также в районе БАМа на улице Кирдищева 4. У нас вновь стартовала наша эко-акция по сбору новогодних живых елок, которые называются «Елки в деле». В этом году акцию организует наш региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУБ «Спецтранс». На территории 5 наших районов нашего города установлены специальные контейнера, ну, так называемые лодочки зеленого цвета с новогодней маркировкой. В эти контейнера мы просим разместить те новогодние елки живые, да, которые уже, скажем так, ну, с которыми вы готовы попрощаться. Далее елки поступят на обработку, они будут утилизированы, и щепа, которая будет получена после утилизации, будет передана в общество защиты животных «Доброе сердце». Экологическая акция позволит эффективно и правильно утилизировать старые новогодние ели, а также поддержать надлежащий порядок на контейнерных площадках города.